Здравствуйте, в эфире передача «День за днем». С вами в студии Алина Сазонтова. Смотрите сегодня в выпуске. Мы должны доказать, что наш город атомщиков самый лучший. И это не простые слова. Субботники у сервиза объединили десногорцев. Плановое заседание депутатской комиссии. Подозреваемый, увидев сотрудника полиции, попытался скрыться с места преступления, но был задержан. В Смоленске задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении. Это глобальное мероприятие. Я надеюсь, что этот турнир станет традиционным, и ежегодно мы будем собираться вот именно в формате 3 на 3. Чемпионат концерна по баскетболу 3 на 3. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Во вторник состоялось заседание депутатской комиссии по социальным вопросам, по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан, мандатной и депутатской этики. Какие вопросы рассмотрели и сколько вынесено на сессию, смотрите в нашем сюжете. На повестке дня комиссии стояли 8 вопросов. В начале заседания депутаты заслушали доклад представителя отдела полиции по Десногорску об оперативной обстановке в нашем городе за последние 6 месяцев. 2 вопроса заседания были посвящены награждению благодарственными письмами Десногорского городского совета, сотрудников медсанчасти и педагогов образовательных учреждений. Далее депутаты приняли решение о занесении на доску почета лучших работников предприятий, учреждений и организаций Десногорска. Следующие 2 вопроса на повестке – это назначение публичных слушаний по внесению изменений в устав Десногорска и установление порядка учета предложений по внесению изменений. Это основные вопросы, которые комиссия приняла решение вынести на 54-ю очередную сессию городского совета. Мы уже неоднократно рассказывали вам о работе проекта «Комфортная городская среда» и о том, как благоустраивается территория парковой зоны в 4-м микрорайоне возле кафе «Сервиз». Активные жители города решили помочь в приведении этого места в порядок и вышли на субботник. В марте этого года в рамках проекта «Комфортная городская среда» парковая зона в 4-м микрорайоне заняла 4-е место в народном голосовании на благоустройство. Несмотря на это, совет руководителей предприятий города принял решение приступить к облагораживанию этой территории. При финансовой поддержке Смоленской АЭС и организации города излюбленное место семейного отдыха стало превращаться в уютный зеленый уголок. Работа довольно-таки проводится здесь серьезная, масштабная. Здесь не только будет сделана планировка территории, здесь появятся пешеходные дорожки, появятся комфортабельные скамейки. Одним словом, территория это в ближайшее время заиграет по-особенному. Если вы активны, хотите показать то, что вы можете, вот приходите сюда, и мы вместе с вами сделаем еще одно доброе дело, которое будет радовать наших горожан. Десногорцы с энтузиазмом откликнулись на призыв совместными усилиями привести парковую зону в порядок. Здесь была вывеска, мы гуляли с семьей, и я решил принять участие в благоустройстве города в свое свободное от работы время. И очень приятно, что здесь собралось много единомышленников, единая команда, вот, и все мы принимаем участие. Очень от этого приятно на душе. Увидел таблички о том, что требуется посильная помощь для благоустройства территории кафе-сервис, решил приложить свои усилия. Все десногорцы, которые не могли остаться равнодушными и пришли на субботники, считают, что красота и порядок в городе очень важны и зависят в первую очередь от самих жителей. Тут самое лучшее место, где все жители города с удовольствием отдыхают, особенно с детьми. Вот. После прогулок обязательно заходят в кафе. И, соответственно, очень приятно, что сейчас администрация взялась как раз вопросом подготовки вот этого парка, приведения его в соответствующий вид. Мы должны доказать, что наш город атомщиков самый лучший. И это не простые слова. Это нужно нашим детям, это нужно нам прежде всего. Ведь это же свежий воздух. Когда объявляется городской субботник, мы всегда принимаем участие. По сути, это мы для себя делаем. Поэтому я думаю, что, конечно, важно. Мы все это делаем не для кого-то, а для нас, для жителей города Десногорска, для людей, которые приезжают в город Десногорск, которые оценивают этот труд. Такие субботники проходят практически каждый день. Все желающие помочь в благоустройстве родного города могут прийти и внести свою лепту. А сейчас криминальные новости. Смоленский полицейский в нерабочее время задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении. Подробности далее.
Эта криминальная история началась с банального конфликта. Один молодой человек задел случайно плечом другого, когда шел в магазин вечером на улице маршала Еременко в Смоленске. Из-за этого 21-летний местный житель затеял ссору и стал жестоко избивать абсолютно незнакомого человека, который в итоге скончался. С места преступления убийца попытался скрыться, однако в это время мимо проезжал оперуполномоченный отдела полиции. Мужчина возвращался на личном автомобиле со службы и услышал крики местных жителей. Оперативник незамедлительно сообщил о происшествии в дежурную часть и принял меры к пресечению противоправных действий и задержанию злоумышленника. Подозреваемый, увидев сотрудника полиции, попытался скрыться с места преступления, но был задержан и передан прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе. Арестованный ранее несудим служил в армии и работал водителем. Причиной трагедии, по словам убийцы, явились алкоголь и плохое настроение. Жертва преступления, 29-летний молодой человек, приехал из Ярцево, снимал квартиру в Смоленске, работал в торговом центре. Возбуждено уголовное дело. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Смоленщина снова стала столицей баскетбольного движения России. На площадке 4-го микрорайона в Десногорске впервые прошел чемпионат концерна «Росэнергоатом» по баскетболу 3-3 среди мужских команд российских атомных электростанций. Соревнования организованы в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом» концерном «Росэнергоатом» совместно со Смоленской атомной электростанцией, администрацией Десногорска, Центром спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом». Подробности далее. На торжественное открытие пришли десногорцы, неравнодушные к этому командному виду спорта, и почетные гости. Открыл соревнование директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. Уважаемые участники соревнований, дорогие гости, оранжевый мяч опять завьется над корзиной баскетбольной и победит сильнейших. Всем вам успеха, боевого настроя, переживания тренеров, участия болельщиков. С праздником вас! Чемпионат работников станции России – событие неординарное. Оно проходит впервые, и именно наш город был выбран для проведения такого мероприятия. Это очень почетно и ответственно. Участников и гостей соревнований приветствовал глава города Андрей Шубин. Уверен, что день баскетбола пройдет на самом высоком уровне и останется в памяти у всех присутствующих. Желаю всем участникам соревнований высоких результатов и новых побед. А гостям и зрителям отличного настроения и ярких впечатлений. В 2017 году баскетбол 3-3 вошел в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Это знаковое событие для любителей игры с оранжевым мячом. Напомним, что в баскетболе 3-3 в состав команды входят 4 игрока. Каждый матч продолжается либо 10 минут чистого времени, либо до того момента, как один из соперников наберет 21 очко. Динамика игры позволяет получить быстрый результат команды и игрока в отдельности. В чемпионате концерна приняли участие 6 команд. Представители Смоленской, Нововоронежской, Курской, Калининской, Ленинградской атомных станций и команда центрального аппарата концерна «Росэнергоатом». Всего 35 спортсменов. Большому сожалению, конечно, вот буквально в последний день по техническим причинам не сумел приехать. Заречная команда готовилась. Вот, очень хотела приехать Балакова. Может быть, не очень удачное время, август месяц, будем корректировать время. Но я просто уверен сегодня, и мы с вами наверняка встретимся, что в следующем кубке 3-3 будет участвовать минимум 9 команд, а с центральным аппаратом 10 команд из нашего концерна. И уверен, что мы будем приглашать еще из корпорации другие команды, которые сегодня тоже хотят с нами играть. Для баскетболистов участие в таком масштабном мероприятии стало знаменательным и незабываемым событием, в котором можно испытать свои силы. Они по достоинству оценили и организацию соревнований. Немного волнительное чувство, но мы сохраняем хладнокровный настрой перед играми, стараемся показать свою лучшую игру, будем биться до последнего, навяжем всем командам конкуренцию. Это глобальное мероприятие, я надеюсь, что этот турнир станет традиционным, и ежегодно мы будем собираться вот именно в формате 3-3. Мы имеем здесь отличную базу, две прекрасных площадки. Я с большой радостью принял участие, просто я восхищен этой площадкой. Я даже завидую белой завистью всем десногорцам, вспоминая свой опыт, как мы играли в спортивных залах, в школах, на улице, на бетонных площадках. И получить такую площадку. Игры проходили по круговой системе и очень активно. Болельщиков в этот день ждал красивый баскетбол. Мощные броски и точные передачи. Конечно, не обошлось без фолов и прессинга. Великолепный дриблинг и владение мячом демонстрировали спортсмены-атомщики. И хотя все они не профессиональные игроки, зрелище было захватывающее. Десногорск! Десногорск! Десногорск!
очень сильно хочу, чтобы Данил Евгеньевич забил очень много голов. Десногорск – самая лучшая команда. Вот я думаю, что наша Смоленска, АЭС и Десногорск выиграют. Мощная поддержка зрителей помогла нашим спортсменам отыграть достойно. В итоге первое место у команды Соснового Бора. Десногорск, немного уступив, оказался на второй ступеньке пьедестала. Третьими стали баскетболисты из Удомля. Также в каждой команде были отмечены лучшие игроки, а самым полезным игроком турнира оказался десногорец Игорь Гладышев. Все они получили призы и памятные подарки от организаторов турнира. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desna.dfstv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами.